Зарубежные гости в МГИМО не редкость. На этот раз Одинцовский кампус посетили магистранты из итальянского университета Бакони, французского Sciences Po и норвежского университета Норд, с которым МГИМО сотрудничает уже не первый год. Университет МГИМО и университет Норд связывают длительные, долгие, плодотворные узы сотрудничества как в области науки и техники, так и прежде всего в области реализации совместных программ. К этим программам относится магистерская программа «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» и программа MBA российско-норвежская для высшего руководящего состава компании «Роснефть» под таким же названием. Обе программы созданы в 2005 году, и за это время они доказали свою эффективность в становлении и развитии успешного сотрудничества между двумя странами. Я бы хотел работать в Норвегии, в энергетическом секторе, так как эта сфера мне интересна. Но я бы также хотел сотрудничать с Россией, поэтому я продолжаю изучать эту страну и ее культуру. В рамках конференции Джон Солейм рассуждал о рисках и выгодах разворота России на восток. Не менее интересными стали доклады французских магистрантов, которые рассказали о перспективах сотрудничества нашей страны и Европейского союза в области науки и техники. А студентка из Италии Камила Крамба поделилась секретом, как лучше реализовать инновационный стартап. Кроме магистрантов, перед студентами МГИМО выступили профессор базовой кафедры Газпромбанка Александр Карминский и действующий представитель посольства Норвегии в Москве. На сегодняшней конференции мы определяем перспективы развития социально-экономических сфер в России. Надеюсь, что нам удастся представить множество не только научных подходов, но и поделиться опытом международных отношений. После конференции иностранные и российские студенты продолжили обсуждать перспективы взаимодействия и сотрудничества, а также пообщались на более свободные темы. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».